Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр retail.ru продолжает свою работу на выставке World Food Moscow. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Петр Черненков, первая астраханская рыбная компания, город Астрахань. Расскажите, пожалуйста, из названия уже понятно, что занимаетесь рыбой и так далее. Расскажите, пожалуйста, перечень ваших продуктов. Занимаемся добычей и переработкой рыбной продукции, выпускаем продукцию глубокой переработки, это рыбные снеки, вяленая рыба, икра, щуки, балык различных видов рыб. То есть ассортимент широкий и стремимся именно к тому, чтобы выпускать продукт, готовый к употреблению, чтобы наши конечные покупатели наслаждались именно качественным и натуральным продуктом. В этом году запустили также новую линейку, это икорники, икра сазана жареная, то есть такие астраханские древние традиции восстанавливаем и действительно, чтобы люди уже в различных регионах нашей страны могли купить, попробовать и уже стать нашими постоянными клиентами, покупателями. Сегодня первый день выставки, но уже есть результаты, то есть наши федеральные сети посетили стенд и как раз новым видом продукции заинтересовались, поэтому будем работать всю неделю на выставке и, так сказать, плодотворно развивать это направление тоже. Отлично. Подскажите, пожалуйста, получается и рыба астраханская, и производство тоже все в Астрахани, получается все непосредственно на астраханской земле? Да, все находится именно в астраханском регионе. Также мы недавно заключили с нашим астраханским брендом контракт. То есть это компании проходят особый контроль качества продукции и могут заключить уже договор на право использования представительского знака Астраханской области. То есть в этом году был подписан контракт и нашей компании. И уже на этикетке продукции мы можем представлять бренд Астраханской области. Соответственно, это знак определенного качества, который для конечного покупателя тоже является определенной галочкой. И это очень позитивный момент тоже в развитии нашей компании. Замечательно. Давайте скажем, наверное, что у вас есть стенд. И я уверен, многие, кто посмотрит наше интервью, тут же захотят попробовать вашу продукцию. Всех ждем на стенде в 15-м павильоне D4147. Весь ассортимент продукции можно прийти, посмотреть, попробовать, продегустировать, ну и, соответственно, взять с собой. Всегда рады видеть вас на стенде. Спасибо большое, пожелаем вам удачи на выставке и новых свершений в следующем году. Все, спасибо огромное, всем до встречи.